Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша, и это очередное видео с обзором посылок с сайта AliExpress. Если вам интересно, что в них, то продолжайте смотреть. Первый пакетик с гель-краской фирмы Savilent. Белый и черный цвет. В обзорах говорят, что она без липкого слоя. Посмотрим. Хотела ее использовать для прорисовок. У меня под номерами 2203 и 2204. Наполняемость белой хорошая. На первый взгляд гель-краска густая, хорошо пигментирована. Черная. Наполняемость также хорошая, цвет насыщенный. Баночки глубокие. Вот на палочке видна глубина их. Наполнение ровное. По густоте они также одинаковые. Сейчас нанесу на типсу и посмотрим их пигментацию. Беру кисть натурального ворса пони и нанесу на прозрачную типсу. Вот один слой черный. Очень хорошо перекрыло и ничего не просвечивает. Теперь белая. Цвет прям белый-белый. И она также хорошей пигментации. В один слой отличное покрытие. Теперь просушу и посмотрю, есть ли липкий слой. Сначала сушила 30 секунд. Липкость хорошая. Закинула еще на 30 секунд. Липкость также немного присутствует. А вот плюсом еще минуту, и липкости не осталось. Делаю вывод, что сушить стоит ее, если делать прорисовку, 2 минуты. Я сушила в лампе Сан 5. Следующий пакетик с базой каучуковой. Не знаю, как точно читается эта фирма, но название вы видите. Объем 10 мл, бутылочка стеклянная. Прошу прощения за свой маникюр. Я сегодня пробовала средство для удаления кутикул, но оно что-то ее не удалило, а просто оставило клочки от кутикулы. Этот маникюр будет в нескольких видео. Снимаю их в один вечер, поэтому извиняюсь заранее.
База густая, тягучая, пахнет, как все базы каучуковые. Кисть длинная, упругая. В ком-нибудь видео позже протестирую ее обязательно. Третий пакетик с акриловой пудрой фирма Elite 99. Две баночки, одна пудра белая, другая прозрачная. Наполняемость баночек одинаковая. Помол очень мелкий. Прозрачный чуть крупнее, чем у белой. Белая прям как мука. Вот окуная пальчики, видно, что белая прям как пыль, прозрачная, немного видны крупинки. Думаю, крепление ей делать будет отлично. Четвертый пакетик с посылкой не ногтевой, но товар отличный. Это канцелярия. Если быть точнее, то это ластик, выполненный в форме канцелярского ножа со сменными ластиками. Родители со школьниками, обратите внимание, очень хорошее оформление ластика. Пятый пакетик с бафиками, их 5 штук, абразивность 100 на 180. Также в этой посылке пушер, их много не бывает, они у меня всегда в ходу, то что-то размешать, то посыпать что-то. Этот недорогой, но и выполнен он немного грубовато. Шестой пакетик с силиконовым ковриком, прозрачный, на нем нарисованы ноготки. Взяла для реверсивного стемпинга, не знаю только, когда решусь на него. Седьмой пакетик, в нем фреза для очистки фрез для маникюра.
пушер от фирмы BorPretty, такого бензинового цвета. Вот он очень аккуратный и приятный на ощупь. Вот сравню недорогой пушер и от фирмы BorPretty. Разница очевидна. Вот это все мои посылки на сегодня. Надеюсь, видео было вам интересным и полезным. Если это так, то ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди еще много интересного. Все ссылки на товары внизу под видео. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока.